Значит, на бумаге обязательно любая капля оставит след. А я вот сюда повешу. Да-да-да, хорошо. Чтобы это был след, чтобы она размазалась. Угу. Значит, желтый не любит быть без розового. Поэтому мы сейчас розовым цветом все вскроем, чтобы потом, взяв тряпочку, совершить такие действия. Распределишь вот это вещество мягко по холсту. То есть я на фрагменте, ты везде. Представим себе, что это весь формат. Потом берешь белильца, чуть-чуть желтилец. И сначала малую меру желтого вгоняешь прямо в этот розовый. Тоже, ты видишь, мягкая растяжка происходит. Тоже по всему получается. Да, ну там, где свет. Потом еще больше желтого берешь. То есть центр, часть краски тряпка усваивает в себя, часть делает на холсте задачу. Еще светлее, еще желтее. Но на розовый. Нет. Чистоганом желтый сначала накидать, а наоборот, на розовый. Потом к этому ты начнешь прибавлять синенький. И начнешь синеньким рисовать эти горы, эту зелень. Все будешь тряпкой рисовать. Давай. Молодец. Аккуратненько так все. Культурненько. Чуть светлее еще. Ту делаем, да. А, та уже была, по-моему, несколько раз, да. И еще чуть светлее. Так, а теперь берем синечку. Сначала с розовиночкой, поскольку розовый. Деликатненько создадим идею гор. Где-то будет значительно белее, да? Вот так. Седой цвет. Еще более седой. Если надо, поменяешь тряпку так, чтобы ультрамарин, вот этот разбел ультрамарина зашел сюда. Если что, подотрешь и загонишь именно разбел ультрамарина. То есть, да. Ну, чтобы он был чистенький цветик. Создашь условия для него. А, это голубая? Не, ну, вот это. Нет, вот это. Там где-то где-то подмешался чуть-чуть. Вот так создашь условия для синей кости. Потом возьмешь. Блин, что ж такое? Кусок. Оно выйдет в эфир не скоро. А мне вообще не надо эфир. Сама картинка выйдет. Хорошо? Картинка-то господи. Ого. А мы же снимаем только картинку. Меняй картинку. Смотри, вот они. Вот они. Вот они. Ты меня спрашиваешь. Я только с Байкала. Ну что-то там черкнем. Пусть сами люди уже там придумают, что это. Ага. Зеленотики. О, ты видишь, пастельно укладывает тряпка, да? Пастельно. И довольно красиво. Вот они. А розовый всюду помигивает. Он собирает в некий каркас картину. В некий каркас собирает розовый. Голубой, коричневый. Без разбела. Мощно, темно. Торчаче, торчаче наберешь. Вот эту. Поставишь на ребро и да. Набрать все пятна. Если что, другую тряпку. Очень уж. А мелкие мастихины у тебя?
не произошел? Очень уж круглые. Горы чаще все-таки остроконечные. Здесь более разбел. Смотри, здесь вот воздух засел, да? То есть вот эта дымка воздушная засела. Дальше все это перебегает в облака. Пальцем можно вспомочь дымчатым характером облаков. Прикольно? И побыстрячку, да? Смотри, так прямо раз. Так. Зубчатый характер скал. Вот такой зубчатый. Ты согласна? То есть не вяленький, а вот такой зубчатый. Еще более красно вот этот край. Смотри, пустым мастихином сгоняю краску от края, которая накопилась на краю. Сгоняю. Да? И все, у нас на границе нет избытка краски. Чистой тряпочкой произведешь вот эти выстрелы. Меняя место, которым делаешь, произведешь выстрелы. Когда их произведешь, можешь их по два раза по одному месту ударить, но все время чистой тряпкой. Когда произведешь, возьмешь белило с желтым, и уложишь вот такого звучания пятно, только чуть побольше. И в центрик вот такого звучания белое пятно. Делать принципиальный кружочек не обязательно. Там такая засветка круга происходит. Поэтому желтое пятно, в нем белое пятно. Сиятельный эффект будет очень. Но это чуть потом, когда ты сделаешь эти... Так, ну тряпочкой возьмешь, накидаешь более нарядную зелень.
Если что, на палитрочке себе подчистишь территорику, чтобы было чем. Ну, чтобы нужные цветики добирать. Вот придет нарядность. Желтенького себе поддави. Потом, сейчас покажу, посмотри. Розовенький. Возьмешь тряпочку а-ля розочка. То есть вот такое мятенькое. Возьмешь розовый белило и чуть нашвыряешь густенько вот так, макательно, создавая зигзаг уползающий. Зигзаг уползающий. Смотри, между ними прорыв. Зигзаг, обязательно зигзаг. Хорошо? Давай так. Вот тряпка прекрасно понатычет это добро. Так это зелень, цветы, потом уже лучи пустить, да, чтобы не... Не-не-не, сначала лучи. Подсунем еще с тобой темнотиков. Голубой, коричневый. Вот таких торчащих. То есть у нас есть горизонтальные. Эх, все-таки не сделала этот уход в перспективу. Смотри, шапкой лежит. То есть ухода в перспективу нет. Теперь смотри. Я разгребаю. Появляется вот этот поворот. Ты видишь? Вот этот поворот был очень нужен. Зигзаг, да? То есть имею в виду, что для того, чтобы дать удаленность, нужно сделать зигзагом. Зигзагом с характером уползающей змейки. Значит, нашвыряешь вот этих ребят. Нашвыряешь вот этих освещенных ребят. Смотри, я бью пяткой мастихина. Пятка мастихина. Макается носик мастихина, и появляется то, что торчит и светится. То есть пятка мастихина дает только верхней части удара. Оно, да? Выстроить по вот этой траектории, но не шапочной. Пробить эти места, заложить туда зелень, смуглую зелень, темную зелень, и на ней потом вытворять, например, кистью вот такие звучики. Логично? То же самое. Ну, только цвет подберешь подходящий. Если что, потом немножечко замнешь светики эти. Останется только нимбом на макушке. Хорошо? Так, хорошее место с солнцем. Помнишь, мы хотели туда желтый подсунуть? Вот уже позеленел желтый. В общем, создашь условия для желтого, уложишь вот таким, раздавливая вот эту некоторую густоту, пальчиками ее успокоишь на краях. Ну, чтобы не было вот этой сетки. Чуть-чуть успокоишь. И белый в центр. Будет очень сиятельно.
доложишь. Так. Частично можно помочь лучам вот таким образом. Вот таким. То есть чуть продолжить их ход. Есть такое, да? Значит, здесь у нас достаточно темный кусок. Цветочки только на макушках, а не кругляшками. Только на макушках. Вот здесь все цветочки. Вот эти макушечный характер показать. Давай. Как солдатики выстроились? Смотри, сбиваю этот откровенный строй. Сбиваю этот строй. То густо, то пусто. Так обычно. Смотри, какие черноты. Аж пустые такие места есть, да? А у тебя все упаковано. И все рядами. Все рядами, 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 рядами. Вот шинковала. Старалась поаккуратнее. А вот как раз поаккуратнее-то очень-то и не надо в таких вот случаях. Знаешь, что я делаю сейчас? Ступени заслоненности. Когда есть вот эти ступени, появляется эффект удаления. Не только змейка, но и ступени заслоненности. Создают эффект. Эффект удаляющегося. Смотри, как красиво. То мутно, то напряженно. Согласна? Хорошо. Смотри, да, когда вот ступени, когда то мутно, то напряженно, появляется вот жизнь такая вот. Какая-то.
Смотри, как далеко я ушел от идеи порядка, да? Ты идею порядка создавала, я идею беспорядка. Моя взяла. Так, а у тебя здесь не тот розовый, который нет. Это не краплак розовый, это другой. Это краплак розовый, а то был краплак красный. А нам больше нужен розовый. Ой, смотри, какие красавчики. Идея зигзага, да? Уползающего вдаль. Густее я беру краску, да, чем ты. И смотри, выстраиваю. В малые зигзаги внутри себя, в крупные зигзаги, да? Синюшку добавил, чтобы она немножко в тень ушла. Ну давай в таком ключе еще парочку. Значит, сбить стройно. Ну здесь нормально. Нормально. Все, давай, достраивай. Цветы. Да. Угу. Я уже не использую. Причем там еще, смотри, вот эти вот разбелы. Как раз у меня закончилось на все, что нужно. Вот эти вот разбелики чуть-чуть. Вот эти. Чуть-чуть там между ними. Зелень, которая освещена. Чуть-чуть ее. Вот такое она создает настроение. Есть там, да? Есть. Макательно. А по солнышку как? Нормально? Там нет, не получилось. Толстовато. Белый.
Ну, вот такое что-то.